все спешим за чудесами, но нет чудес ни ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. Под словами песни Юрия Антонова давно подписался хозяин чудесного домика с кошками на фасаде Сергей Косарский. Женившись после армии, житель Серпухова с радостью перебрался в деревню, где с лихвой выполнил житейскую заповедь. Воспитал сына и дочь, посадил рощу и построил дом, где все сделано по его замыслу. Он вообще творческий человек, он с детства, вот я вспоминаю, он чем только не занимался, и лепил, и по дереву вырезал, и рыбок водил, и птичек, и чеканкой. Своим детским увлечением Сергей не изменил. На стене уютной комнаты тихо отмеряют время часы в кружевной чеканной оправе. В аквариуме по-прежнему снуют рыбки, в клетке птички. Здесь же кошки, собаки. Теплый, живой, уютный мир, в котором есть место для всех. И он по природе вообще добрый. Он всегда был добрым. Вот. И, естественно, вот эта вот доброта тянет... Люди тянутся к нему, и он к людям. В доме Косарских часто бывают дети, внуки, многочисленные родственники и друзья. Реальные персонажи картин Сергея Косарского, которые вошли во вторую персональную выставку художника «Мой мир, мое откровение». Эту выставку готовил 4 года. И отбирал на эту выставку очень тщательно работы. И ни за одну работу мне не стыдно. Художнику Сергею Косарскому стыдиться нечего. Он не обманул, не слукавил. Выставка «Мой мир, мое откровение» читается легко, как автобиографический роман. 63 картины – это его мир, его космос, калейдоскоп эмоций и красок. Портреты, цветы, натюрморты, пейзажи – в них вложена страсть, вдохновение и безграничная любовь к природе. Это отмечали у его и наши старейшие художники. Был такой светлая память Шатов Ефим. Он встречался с ним, приезжал в деревню к нему и отметил вот лучшее его направление. Это говорит вот цветы, пейзаж. Он тогда, это лет тоже 15 назад, уже выделил ему такой вексель. Каждая картина – это отдельная история жизни художника. Поле одуванчиков не успеет отцвести, как на свет появится сын Саша. Как живое напоминание о счастливом моменте, в творчестве художника снова появляется первоцвет. Маленький натюрморт, как талисман, изображен на одном из портретов сына. Работа Сергея Косарского примечательна изображением человека и природы как единого целого. Однако поражает почти биологическая прорисовка деталей растений и трепетное изображение окружающего мира. Перламутровые переливы морозного воздуха в лучах зимнего солнца, легкий скрип проезжающих саней, запах соломы, а здесь изумрудный туман над рекой в часы рыбалки на утренней зорьке. Каждый мог это видеть, не каждый смог разглядеть. И вот стоишь перед картиной, как вкопанный, и чувствуешь изумление. Художник дарит зрителю возможность пережить ощущение детского восторга и окунуться в поток светлой радости, который льется с картин. Знаю Сергея минимум 20 лет, навскидку, если не больше. И все время одно подмечаю, его вот творческое какое-то настрой. Творческим настроем Сергей Косарский родился. Еще будучи малышом, мог часами рисовать и лепить города из пластилина. Это еще из детского сада. Он в детском садике был, очень хорошо рисовал. Все дети восхищались. Там девочка: мамочка, если ты видела, как у нас Сережа Косарский рисует. Дети восхищались. Много еще лепил из пластилина, целый город налепил из пластилина, церкви там, дома, и лепкой занимался, и резьбой по дереву занимался, и чеканкой потом уже, когда в армии был, там научился чеканить. Заметив способности сына, мама отвела мальчика в художественную школу имени Бузовкина. Там Сергей встретил своих первых учителей, любимых передвижников и педагогов школы. Очень хорошими там были педагоги. Хочется вспомнить хорошим словом Розу Ванну. Вот.
Масалова Алексея Николаевича, что очень сильно были педагоги, они не только учили нас рисовать, но и как жить, как себя вести, и чтобы было все хорошо. У Сергея все получилось хорошо. Во многом благодаря встрече с женой Ольгой. Судьбоносная встреча произошла более 40 лет назад. Любовь, я говорю, с 14 лет и по сей день. С 77 года мы с ним в браке. Ольга – вторая половина Сергея, первый критик работ, организатор выставок и муза. Именно ей была посвящена первая картина, нарисованная в армии на картоне на КПП. Нежный, трогательный рисунок, где Сергей держит Ольгу на руках, вошел в экспозицию «Мой мир. Мое откровение». Они любят друг друга, это видно. Это видно по их вот жизни, как они друг на друга смотрят, как они с друг другом общаются, как они живут. Сережа достиг, я считаю, вот я вот рада за него и счастлива. Вот что он хотел в жизни, мне кажется, много ему удалось. Они семьей работают. Она готовит холсты, а он свою душу выкладывает на этот холст. Талант этот, мне кажется, это семейный. У них какой-то тандем родился, как в той химии. Два реактива, что дают что-то новое. Так и у них получилось. Она очень такая жизнерадостная, подвижная, а он скромный. И вот этот тандем, видно, и его, ну, как вдохновение ему дает, что ли, художеству, к этим картинам. Конечно, Сергей Косарский прежде всего черпает вдохновение в семейном кругу, где творческие качества – фамильная черта Косарских. Хорошо рисовали родители Сергея, рисует и мастерит сестра Татьяна. Художественные способности обнаружились и у младшего поколения Косарских, у детей и внуков. Лёва рисует старший внук. Надеюсь, что-то у него будет мелькать в жизни это. Мне было приятно. Картины нашего сына маленькие. Он тоже очень в детстве очень увлекался, и сейчас его картины, Сашины, вот детские картины именно, висят в Америке. К нам приезжала делегация с Америки, и он их подарил. Две картины висят его в Америке. А мужа картины, две, также были выставлялись в Подольске, и их продали в Италию. Они висят в Италии. Сергей Косарский получил классическое образование. После армии с отличием закончил Всероссийский университет культуры по классу станковой живописи. Однако на путь ремесленника, штамповщика картинок на продажу и подражателя не встал. Занимался общественной деятельностью, работал гравером. Живопись оставалась в тени, как самая сокровенная. Лучшие картины – это результат многолетней работы над техникой и его личных эмоциональных переживаний. Картины тоже рождались абсолютно внезапно. Нарвала цветы, первоцвет, да, мать-мачеха. Поставила туда березку. У него глаза загорелись, ему очень понравилось это. Композиция. А на фоне чего сделать? А на фоне старого сарая. Поставил и написал. Он усидчивый, он может картину написать в течение ночи. За ночь он картину спокойно может. То есть он полностью погружается в творческий процесс, да? Да, никто не мешает, ночь спокойная, он рисует ночами. За ночь картина готова. Вы гордитесь, что вот сын ваш делает такие вещи? Ну, понятно, я мать. Сергей Косарский создает свой автономный, чарующий мир, который долго оставался закрытым даже для близких друзей. Выставка «Мой мир. Мое откровение» позволила увидеть его внутренний мир во всей красе. Сергей Владимирович, я с ним вот тоже познакомилась 3 года назад. И о его таланте узнала только тогда, когда он на день рождения подарил мне свою картину. Первая картина была «Сирень». Вы знаете, когда он мне подарил эту картину, я думала, что это... Я не знала, что он художник. Но когда я увидела его автограф, сказала: «Сергей Владимирович, это разве вы?» Он говорит: «Да, я художник. Это мое не только хобби, это вообще вся моя жизнь. Мы приехали всей семьей. Я приехала со своими внуками, чтобы показать, какие талантливые на земле Серпуховской живут люди». Иметь такого человека по искусству в своей деревне,
жить рядом. Это же позволяет не только дает вот нам духовную радость, но ведь и дети наши будут рассказывать, что живут с художником, жили вместе рядом, не только его творчество, мы его лично знаем, Сергея. Мне кажется, наша деревня не страдает отсутствием этих наших талантов. Вот такой, как он, нету. Ну, понятно, он там не Шишкин, не Поленов. Он Сергей Косарский. Вот и все. Этим все сказано. И вкус его есть его вкус и понимание того, что окружает его. На выставку в Васильевский дом культуры пришли не только друзья-односельчане. Увидеть такую обширную коллекцию работ приехали друзья Сергея Косарского из Серпухова и разных уголков района. Инна Иосифовна Макеева живет в деревне Нефедово. Невзирая на преклонный возраст, не поленилась приехать на выставку и поздравить бывшего коллегу по общественной работе и друга по творческим интересам своими незатейливыми, но искренними стихами. Сереге очень повезло, что Бог поцеловал его в чело. Подарок – кисть и краски дал, чтоб развивал прекрасный дар. И пожелал Сереге Бог, трудись, используй, сынок, ты красоту твори и людям счастье приноси. Он и приносит счастье. Работы Сергея Косарского полюбились не только итальянцам. Его работы согревают многие дома друзей, родственников и даже незнакомых автору людей в Подмосковье. Если идем всегда на день рождения или на свадьбу, самый лучший подарок – это работа моего дяди. У меня, например, есть две его работы, которые представлены только здесь. Так у меня много его работ. Еще с детских лет я видела картины, я видела, как дядя Сережа рисует. Ну, для меня это было потрясающе. Мне очень приятно, что это делает мой родной человек своими руками, да, и я как бы я горжусь этим. Вот такой светлый человек живет в деревне Лукино Серпуховского района. Беззаветно влюбленный в деревенскую жизнь, талантливый художник Сергей Косарский. Я люблю всей душою деревню, над прудами лазняк и полынь, синеву и дрожащую прелесть тех прудов васильковый синь. В детстве, правда, я жил не в деревне, и жалею о том без конца, что ни разу ночной с лошадкой не ходил, не сидел у костра. Но вдруг юность моя разгулялась, и сирень, и полынь у плетня, словно душу мою задурманила той есенинской песни слова. И судьба мою душу почуяла, и раскинулась мне нараспах, и меня с городского асфальта утопила в росе зеленях. Слава Богу, теперь я в деревне, и березки, и лозы мои, и дубовые рощи, поверьте, мне дороже моей головы. В этой роще я дом себе строю, пусть завидуют все мне враги, те, что ради вшивой квартиры свои глотки рвут до крови. Но мне и за даром не надо ваших стен известковая пыль. Мне дороже трава у крылечка и любимые грозди рябин. У меня вырастают детишки, им жить в русской смолистой избе. Им не нужно, не надо асфальта, пусть бегают порося.